Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Для таких личностей характерна экстраординарность. Они обладают аналитическим складом ума, но ко всему в жизни склонны подходить очень творчески. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Звук «Ы» в этом имени символизирует непробиваемое и нечто огромное. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Человек с этим именем более всего ценит свободу. Их жизнь напоминает неустанную борьбу за возможность самовыражаться. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Звук «Л» говорит о себе, сильно развитых родственных чувствах. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.